матч, хочешь, чтобы ребята, кроме результата, еще показали хороший футбол, чтобы много было и хороших комбинаций, чтобы люди получили удовольствие. Вот. Первый тайм, как вы уже знаете, мы победили. Я считаю, победили заслуженно, победили уверенно. Ребята, я считаю, провели очень организованно, такой дисциплинированно, очень сыграли. Ну, надеюсь, что завтра они порадуют болельщиков своей хорошей игрой на новой арене. Потому что давно мы уже так заждались. Я вижу, как у ребят глаза горят, спешат уже на поле попробовать его. Вот, поэтому, дай Бог, завтра будет интересный матч. Спасибо, ваши вопросы. Алексей. Первый раз в столице. Есть проблемы с составом, все здоровы. Ну, вы знаете, что микроповреждение получил Копленко. Но я больших проблем не вижу. Я считаю, что у нас состав достаточно сбалансирован. И есть люди, которые... Но у нас появился Быков. Он пропускал тот матч. Поэтому я больших проблем не вижу. И все готовятся. Я думаю, Артем тоже горит желанием себя проявить. Призвал, пожалуйста. Сергей Витальевич, сейчас исполняется 35 лет со дня первого матча Еврокубка «Динамо». Матч закончился победой 1-0. Вас бы такой результат устроил? Да я даже не думаю про результат. Я хочу, чтобы мы прошли дальше, и ребята показали такой футбол, чтобы болельщикам понравился. Спасибо. Еще вопросы? Какие вы сильные стороны соперника увидели в первом матче? Или наоборот, чего следует «Динамо» опасаться, чтобы, не дай бог, не проиграть? Ну, самое, наверное, чего нам стоит опасаться, это недооценки соперника со стороны ребят. Потому что реально, я не скажу, ирландцы очень такая непростая команда. Я думаю, повлиял вот этот быстрый гол, который придал нашим ребятам уверенности. Ну, а во втором тайме, я считаю, что мы превзошли именно в функциональной подготовке, в движении. И ребята поймали кураж, и игра уже была под нашей диктовкой. Но поверьте мне, если мы где-то начнем недорабатывать, где-то скажется вот это, наша белорусская, прокатит, авось, будут проблемы. Этот... Считаю, эта команда была бы в середнячках в чемпионате Беларуси без проблем. Еще вопросы? Все, пожалуйста. В первом матче соперник не произвел ни одного удара в свой ворот наших. Как вы считаете, это важный момент? Я думаю, это важный момент в том, что ребята не позволили нанести удар в свой ворот. Я считаю, очень достаточно добротно сыграла оборона. Но еще больше, что вся команда хорошо сыграла в обороне, и мы не дали сопернику проявить свои самые сильные качества. Вот. Но футбол такая штука, вы сами видели в Еврокубках. Одна команда выигрывает 5-0, потом едет на выезд, и там 4-0, 3-0 после первого тайма проигрывает. То есть все на такого тоненького бывает происходит, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться и... Спасибо. Еще, пожалуйста. Сергей Витальевич, Казахстанская Белоруссия. Скажите, а у вас есть в личных воспоминаниях самый памятный матч на Минском стадионе «Динамо»? Потому что, ну, это такой повод вернуться на этот район матча. Самый памятный, их много было таких памятных. И за сборную были очень хорошие матчи, когда мы показывали, играли. Ну, наверное, так вот сразу в руку. Так врезается в голову матч, когда с Неманом в 93-м году выигрывали кубок здесь. Наверное, так вот, если он немножко особняком стоит. Ну а так, всегда игралось так, с таким большим удовольствием, воодушевлением. И, помните, тоже полные стадионы собирали на матчах именно сборных. Поэтому я думаю, что это очень хорошо, что мы вернулись, возвращаемся. Я надеюсь, что все матчи мы будем проводить здесь. Считается, что победный состав не меняется. Вы придерживаться будете этого принципа? Нет, я никогда не придерживаюсь принципа, что так вот тупо смотреть. Вот, умру, но состав тот же. Это еще в наши советские времена так тренера говорили. Вот. Я всегда исхожу из стратегии на матч.
и состояние игроков, потому что бывает кому-то надо и дать отдохнуть. Плюс не стоит забывать, что у нас тоже через два дня уже игра будет с Ислачью, поэтому я всегда придерживаюсь состояния всей команды, и я считаю, что все, сколько у тебя имеется в наличии, 20 игроков, там, или ты, сколько ты имеешь, они должны все находиться в игровом тонусе, и любой из них должен выйти и усилить игру.